мне жалко мою тысячу, которую... Почему? Объясните. Потому что дети танцевали не очень удачно. А чем понравилось? Детская непосредственность. Ну, впечатление хорошее, но могло быть и лучше. А почему? Ну, все-таки в МГАХ, государственное училище, но вложили. Как, ну, можно сказать, лучшее в России почти. Много было того, что ожидаемо было, конечно, в исполнении. Спасибо. Почему? Второй акт мне понравился. Там хотя бы был танец. А поведение публики в Большом театре разочаровало. А каким оно было? Вы знаете, там покупные клакеры сидят, которые просто на грани хулиганства. Их никто не останавливает. Это очень досадно. И я считаю, что это... роняет уровень Большого театра. Это не должно существовать. Вот в том виде, в котором это. Это действует на нервы, это некрасиво, это неинтеллигентно. Это не должно существовать. Понравилось? Ну, понравилось. Ну, детки, там видно, что не очень отработано. Я бы так сказала. Ну, хороший, нет, хороший. Нет, ну, а чем понравилось? Хорошо танцевали. Дети, замечательные красота. Детки, прыгучие, просто... Такая легкость совершенно необыкновенная. Хорошая. Мне понравилось. Мое впечатление. Старая постановка была интереснее. Наконец-то я собралась новую постановку, смотрите, и она мне не понравилась совершенно. А почему? Мало краски, мало движений. Где замечательный ослик, а самое главное, где знаменитая чечетка. Не впечатлена. А почему? Чего-то не хватало? Наверное, потому что места были не очень. Да. А места какие? Белый этаж, там видно. А вообще этот спектакль поставил Григорович в Краснодаре. Великолепно, то же самое, один в один. Так что я ожидала большего от московской сцены. Отлично, вам очень понравилось. А чем понравилось? А что надо рассказать? Танцуют хорошо, дети потрясли. Очень приятно. А чем понравилось? Понравились, костюмы понравились, танцы. Идите. Вообще просто чудо, чудо, чудо чудное. Великолепно. Замечательно. Отлично. А чем понравилось? Легкий, такой позитивный, вот то, что нам в жизни не хватает. Отвлеклись. Очень хорошо. А чем понравилось? А? Чем понравилось? Во-первых, постановка прекрасная. Артисты танцевали очень хорошо. Влада Захарова танцевала хорошо. Мальчики, молодые тоже студенты, очень молодцы. Танцевали классно, танцевали профессионально. Мне очень этот балет вообще нравится. А чем понравилось? Веселые, жизнерадостные. Дети танцуют с удовольствием. Красивые. Красивые. Такая классическая музыка. Очень хорошая. Приятно. Впечатления какие? А, ну, балет я его не первый раз смотрю. Мне нравится, музыка нравится. Хорошее впечатление. И вот этот Андрей Кошкин, он еще когда первый был в Ленинграде, он потанцевал вот в этом танце, где вот дети сейчас выходят. И его тогда сразу все заметили. А вот сейчас. Спасибо. Прелестно. А чем понравилось? Все понравилось, все может не понравиться. Конечно. Танцы, музыка, все понравилось. Неплохо, но не более того. А почему? Ну, неплохие исполнители, но еще не достигли очень высокого уровня, к сожалению. Поэтому они стараются, но им надо стать индивидуальностями, личностями, потянуться вверх к таким именам, как Катя Максимова. Ну, например, не отработано еще очень много. Да, много не отработано. Нет, в некоторых местах. Ну, а так вообще неплохо. Ну, в целом, радостная постановка, она позитивная, поэтому мы с хорошим настроением идем. Великолепный, просто изумительный. А чем понравилось? Красивый, нежно, молодцы, очень ребята, красивый, танцуют замечательно, прыжки хорошие, фонтеки чудесные.
очень девочки, талантливые. Мальчики, но очень красивые костюмы, очень они сами красивые. Просто и очень талантливые. Нечего сказать. И потом большой театр их вдохновляет. А чем понравилось? Вы знаете, это можно передать словами. Нельзя только душой. Очень хорошо.